Внимание, говорит и показывает Ростов-на-Дону. Говорит и показывает трасса картодрома Лемар. Мы продолжаем заключительную вторую серию финальных заездов на этапе чемпионата России, первенства России по картингу 2016 года. Второй этап, который принимает гостеприимная донская земля. Итак, сейчас на стартовую решетку устанавливают свои карты участники второго финального заезда в классе КФ. Дистанция заезда 20 кругов, поэтому борьба будет нешуточной, продолжительной и, я бы даже так сказал, слишком-слишком напряженной. Всего-то навсего 10 пилотов заявлены в соревнованиях этого класса. Все 10 находятся на стартовой решетке. Grid Girls встречают их здесь, на линии старта. Итак, внимание! Представляю вам участников заезда. Первая позиция на старте. Первая позиция на первой линии стартовой решетки. 20-й номер. Это Иван Носов. Встречайте, Иван Носов. 20-й номер. Город Муром. Дазари Тим. Рядом с ним на первой линии под 6-м номером Денис Мавланов. Город Москва. Представитель команды Тим Комаров. Вторая линия стартовой решетки, третья позиция у стартового номера 34. Это Михаил Калинин из Санкт-Петербурга, представитель команды SNC Racing. Рядом с ним на четвертой позиции под номером 11 один из фаворитов сезона Сергей Травников из Санкт-Петербурга, представитель команды Racing Factory. Вполне удачно выступил Сережа в начале сезона на первом этапе в Усть-Лабинске. Третья линия стартовой решетки на пятой позиции под номером 23. Никита Демченко, город Москва. Еще один фаворит сезона. Рядом с ним на шестой позиции под номером 43 Даниил Жучков, город Дмитров. Даниил Жучков, город Дмитров, представитель команды «Нива Карт». Четвертая линия стартовой решетки, седьмая позиция, стартовый номер 91. Евгений Галкин, город Москва. ISK Engines. Рядом с ним на восьмой позиции под номером 17 Артем Артеменко из Санкт-Петербурга, представитель команды Нива Карт. И пятая, завершающая, заключительная линия стартовой решетки, девятая позиция под номером 12 Ростислав Бережинский, город Сочи. И рядом с ним на 10-й позиции под номером 99 Андрей Щуров, город Москва, представитель команды «Картинг-клуб Макс Рейсинг». Вот вся десятка участников заезда. Тревожное ожидание старта, последние приготовления, последние наставления. Можно так сказать, в режиме медитации сейчас находится кое-кто из участников этого заезда. Настраивается на гонку длиною в 20 кругов. Давайте все вместе пожелаем удачи спортсменам. Наши Grid Girls, наши умницы-красавицы сейчас покинут стартовую решетку. И им тоже не хворать, женихов красивых и богатых. Все вместе, дружно, мы приступаем к процессу боления. Еще несколько минут, и мы с вами окунемся в 20-круговую карусель на трассе ростовского картодрома «Лемар».
Внимание, дорогие друзья, уважаемые любители и поклонники картинга. На ваших мониторах стартовый список участников второго финального заезда в классе КФ. Иван Носов и Денис Мавланов стартуют с первой линии. Оба представители Москвы. Рядом с ними на второй линии Михаил Калинин из Санкт-Петербурга и его земляк Сергей Травников. Третья линия стартовой решетки Никита Демченко из Москвы и Даниил Жучков из Дмитрова. Четвертая линия Евгений Галкин, город Москва, Артем Артеменко из Санкт-Петербурга. И пятая линия стартовой решетки Ростислав Бережинский, город Сочи, Андрей Щуров, город Москва. Вот и весь состав участников этого заезда. С техническими проблемами на старте столкнулся 91 номер Евгений Галкин и сейчас бросается в погоню за своими товарищами, соперниками. И поехали, поехали, поехали! Дан старт, и вся десятка, вся счастливая десятка представителей класса КФ отправляется на первый круг 20-кругового заезда. Кстати, дорогие друзья, уважаемые любители и поклонники спорта, автоспорта, поклонники картинга, сегодня 8 мая, сегодня день радио. Поэтому от всей души поздравляю своих коллег, телевизионщиков, радийщиков с профессиональным праздником и желаю им отличных успехов, продвижения по службе, повышения в зарплате. Здоровья и всего самого наилучшего. Дорогие коллеги, с праздником вас! С Днем Радио! Ну и, конечно же, здорово, здорово, что именно в канун Дня Великой Победы второй этап чемпионата России, первенства России по картингу принимает гостеприимная донская земля. Завтра в Ростове-на-Дону, как и во всех крупных городах Российской Федерации, состоится парад, военный парад. И ветераны, герои Великой Отечественной, вместе с современной молодежью, со всеми жителями нашей необъятной Родины, будут приветствовать новое поколение защитников Отечества. Ну а пока мы видим, как на нашей трассе на третий круг отправляется лидер заезда Иван Носов из Мурома. Иван Носов, город Муром, представитель команды «Дазари Тим». Он лидирует, опережая на 41 сотую секунды ближайшего соперника. А им является шестой номер Денис Мавланов, город Москва, представляющий команду «Тим Комаров». Денис Мавланов, кстати, на втором круге показал лучшее время круга. 52,37 секунды. 52,37 секунды. Я думаю, вот между этой парочкой и развернется основная схватка за победу в заезде. Итак, дамы и господа, дорогие друзья, мы продолжаем лицезреть потрясающее сражение участника второго финального заезда в классе КФ. Лучшее время на третьем круге показал Михаил Калинин. 51,95 секунды. 51,95 секунды. Посмотрим, что будет дальше. Пока у нас только четвертый круг. И очень близко к Ивану Носову, лидеру заезда, подобрался Денис Мавланов. Я думаю, что еще круг другой, и развернется настоящая жаркая схватка в борьбе за лидерскую позицию в заезде. Можно сказать так, что рассчитывать на победу в этой схватке имеют право, полноценное право, сразу 5 пилотов. Это Носов, Мавланов, Калинин, Травников и Демченко. Правда, Демченко уступает 1 секунду и 22 сотых лидеру заезда. Ну а лучшее время на четвертом круге показал Михаил Калинин. 51,61 секунды. 51,61 секунды. Михаил Калинин, город Санкт-Петербург, представитель команды SNC Racing.
Тем временем Андрей Щуров преодолевает сопротивление Артема Артеменко, заметно ускорившись, показав отличное время менее 53 секунд. Это просто здорово. Ну а пока пятерка лидеров отрывается от преследователей. И вот эта пятерка и беглецов, я думаю, и будет вести на финишных кругах борьбу за победу. 18 секунды. Носов уступает. Иван Носов уступает Денису Мавланову. Да, друзья мои, Денис Мавланов — лидер заезда. Стартовый номер 6. Денис Мавланов обошел Ивана Носова, даже замедлившись буквально на 0,15 секунды. Денис Мавланов прорвался вперед, преодолев сопротивление Ивана Носова. Так что смена лидера заезда уже состоялась. Денис Мавланов, Москва, Тим Комаров на позиции лидера. Но я думаю, это еще не все. Еще не вечер, господа. Поэтому мы вправе ожидать решительных действий и от Михаила Калинина, который с каждым кругом ускоряется. Денис Мавланов и его соперники уже на 7-м круге. 0,26 секунды Мавланову уступает Иван Носов. И 0,76 секунды уступает лидеру заезда Михаил Калинин. Так что мы еще увидим обязательно с вами решительные прорывы вперед. Тем временем Денис Мавланов наращивает динамику движения. Правда, тут же почувствовал, что от него удаляется лидер заезда. В погоню пускается Иван Носов. Ускоряется, наращивает обороты. Правда, и Калинин тут как тут. Поэтому слишком уже рисковать никто не будет в этом заезде. Все будут дожидаться заключительных кругов в заезде. На замыкающей 10-й позиции Артем Артеменко, стартовый номер 17, город Санкт-Петербург. Пятерки сильнейших — Мавланов, Носов, Калинин, Травников и Демченко. А вслед за ними Бережинский и Жучков. Даниил Жучков, город Дмитров, представитель команды «Невакарт». Лучшее время опять же показывает Михаил Калинин, номер 34. В погоне за парой лидеров он на 7-м круге вновь показывает лучшее время круга. Так что давай, родной, ускоряйся, мы с удовольствием тебя поддержим. Лидер заезда Денис Мавланов. Денис Мавланов на позиции лидера. И мы провожаем группу лидеров, разбившуюся по формуле 3 плюс 2, на 9-й круг. 0,17 секунды, всего 0,17 секунды на промежуточном финише уступал Носов Мавланову. Калинин на 3-й позиции, Травников на 4-й. Сергей Травников, 11-й номер, город Санкт-Петербург, представитель команды Racing Factory на 4-й позиции. Михаил Калинин тем временем печатает очередной быстрейший круг. 51,27 секунды. 51,27 секунды. Это Михаил Калинин. Потрясающая динамика. На 6-м круге 51,87. На 7-м круге 51,42. На 8-м круге 51,27 секунды. Браво, браво, Михаил. Красавчик. И вы смотрите, не выдержали напряжение гонки идущие на 4-й и 5-й позиции, соответственно, Травников и Демченко. Мавланов, Носов и Калинин, три богатыря, отправляются в отрыв. И очень трудно будет что-то предпринять Сергею Травникову. Михаил Калинин опять лучшее время. 51,21 секунды. 51,21 секунды. Это лучшее время 9-го круга. Михаил Калинин. Дорогие друзья, участники заезда второй финальной гонки в классе КФ в формате чемпионата России на втором этапе 2016 года уже преодолели экватор заезда. Мы провожаем их на 11-й круг. 0,2 секунды отставания Носова от лидера. Калинин 0,4 и почти 2,7 секунды уступает Сергей Травников, идущий на 4-й позиции.
Десятка участников заезда замыкает Артем Артеменко, стартовый номер 17, город Санкт-Петербург. Лидер заезда Денис Мавланов. Очень близко подпускает он к себе Ивана Носова. Очень близко. Это уже момент, когда в любой миг может пойти в атаку Носов, да и его преследователь Михаил Калинин. Пытается оторваться Денис Мавланов. Но это ему не позволяют соперники, поэтому еще круг-другой и начнется. Начнется самое главное и самое интересное в наших соревнованиях. Тем временем Даниил Жучков, 43-й номер, преодолел сопротивление Евгения Галкина. Даже замедлившись на 0,4 секунды, он все-таки прорывается вперед. И вот смотрите, на заднем бампере у лидера зависает 20-й номер Иван Носов. Тут же рядом, неподалеку, и Михаил Калинин. У кого более крепкие нервы? Кто более хладнокровен? У кого больше опыта в спортивной борьбе? Это мы с вами узнаем совсем скоро. Уже на 13-м круге лидеры гонки. Мавланов, Носов и Калинин. Травников продолжает движение на 4-й позиции. Сергей Травников отстает почти на 3 секунды от лидеров, но тем не менее он в борьбе. И кто его знает, чем завершится это сражение. Евгений Галкин обгоняет Даниила Жучкова. Заметно ускорился Евгений. После 11-го круга, где он промчался за 52,42 секунды, он ускорился. И 12-й круг преодолел ровно за 52 секунды. 34 сотых ему уступил соперник. Четырнадцатый круг. Напряжение нарастает. И нарастает разрыв между лидерами. Мавланов, Носов, Калинин растягиваются. Иван Носов старается не упустить возможности для атаки. И на ближайшем же вираже настигает лидера. На скоростных участках Денис Мавланов отдаляется от соперника. И ускоряясь, все-таки мчится впереди. 51,22 секунды. Это время на предыдущем круге, показанное лидером заезда. Не прекращается дуэль. Вот это напряжение. Этот прессинг, это психологическое давление приводит к тому, что Иван Носов пошел в атаку. Не выдержали нервы у Ивана Носова. Возвращается на лидирующую позицию Мавланов. Но тем не менее, попытка была, а это значит, что сражение еще не закончилось. Тройка наших мушкетеров продолжает сражение за победу во второй финальной гонке чемпионата России классе КФ на втором ростовском этапе. Денис Мавланов замедлился на 14-м круге. Заметно быстрее его промчался Иван Носов, 20-й номер, 51,13. Это позволило ему на несколько мгновений возглавить заезд, но Мавланов вернул себе лидирующую позицию. Итак, друзья мои, очередной вираж. Мы провожаем лидеров на 16-й круг. Совсем немного времени остается до финиша. Мавланов устремляется вперед. Чувствует, что лучше не допускать до финишных разборок, особенно в финишном вираже. Поэтому, конечно, нужно постараться сделать все возможное, чтобы оторваться от настырного Ивана Носова. Но не сдается еще один представитель группы лидеров, Михаил Калинин. Так что, друзья мои, все внимание приковано к этой тройке. Тройке лидеров заезда. Пока они сдерживают себя, пока еще напряжение держится в состоянии сжатой пружины. Вот сейчас на скоростном участке Денис Мавланов пытается оторваться от преследователей, совершает скоростной спурт. На позиции лидера отправляется на 17-й круг. 31 сотую секунды уступает ему на промежуточном финише Иван Носов. К
Калинин. Итого более 0,5 секунды. И нас ожидает самое красивое зрелище. На десерт в этой гонке, я уверен, мы получим решающее финишное сражение. Однозначно! Андрей Щуров опережает Даниила Жучкова. Даже замедлившись на 0,6 секунды, Андрей Щуров на 16-м круге прорывается вперед. Превосходно видно, как наши операторы ведут эту тройку, тройку лидеров по трассе, по дистанции. Именно эти ребята сейчас приковывают все внимание к себе. 48 сотых секунды Калинин уступал лидеру заезда Денису Мавланову на промежуточном финише. 18-й круг. Иван Носов не сдается, он преследует. Он постоянно находится сзади на дистанции атаки. Он буквально просверливает своим взглядом затылок лидера заезда. Дышит ему в спину, наседает, прессингует. И, скорее всего, в ближайшее время рванет в атаку, только бы ошибся лидер заезда. Именно об этом сейчас и думает 20-й номер Иван Носов. Но без страха и упрека, практически не оглядываясь, изредка только боковым зрением высматривая соперника. И утерял свою линию лидер заезда Денис Мавланов. На скоростном участке, скоростной финишный спурт, отправляясь над предпоследний 19-й круг, принимают сразу два соперника, сразу два преследователя. Иван Носов и Михаил Калинин. Вот это терпение, вот это хладнокровие, дождаться предпоследнего 19-го круга и после этого как стоячего обойти лидера заезда. 20-й круг. Не за горами. 20-й номер. Иван Носов на позиции лидера. И вот сейчас, на финишный 20-й круг, мы провожаем нового лидера гонки. Иван Носов. Лидер заезда. 39 сотых секунды ему уступает Михаил Калинин. Сергей Травников прорывается на третью позицию. Вслед за ним Демченко. Вот это да! Неужели выбыл из борьбы Денис Мавланов? Как обидно, товарищи! Это непостижимо! Я наблюдаю за гонкой в узенькую прорезь оконца небольшого, а также слежу в основном за гоночными моментами по монитору. Поэтому, конечно же, я не вижу, что случилось с бывшим лидером Денисом Мавлановым. Но, тем не менее, все, что должно было случиться, уже случилось. И мы сейчас готовимся встречать на финише победителя. Каковым становится Иван Носов. Город Муром. Дозарите! Калинин на второй позиции. Травников на третьей. Демченко на четвертой. Это четверка лидеров. А вслед за ними все остальные. Бережинский, Галкин, Щуров, Жучков, Артеменко. И, к сожалению, так и не добрался до финиша Денис Мавланов. Что может быть горше и больнее для пилота? Всю гонку лидировать, практически всю гонку, до предпоследнего круга, а затем выбыть из борьбы. Обиднее ничего придумать и невозможно. На ваших экранах, на ваших мониторах результаты заезда второй финальной гонки в классе КФ. Мы переводим дух, попытаемся немножечко отдохнуть, забыть об этой жаркой схватке в тройке лидеров класса КФ и настроиться на шикарное зрелище с участием самых опытных бойцов наших соревнований. Класс КЗ-2. Вторая финальная гонка. 17 бойцов, которые заявились в этом классе. Отдыхаем.